Рассказывая о самой западной точке Франции, я умышленно пропустила один пункт. Он достоин отдельного внимания. Но перед тем, как начать о нем свой рассказ, мы посетим одну точку над ним, которая даст нам более полную картину с высоты птичьего полета. С этого места взмывают в небеса Дельта и пара планеристов. Это место впечатляет. У наших ног княжество Монако, или, как тут принято говорить, Монако. Мы находимся над Монако. С этого места прыгают дельтапланеты.